донской столице прошел финал уже 6-го по счету фестиваля «Музыка Победы». Он состоялся в патриотическом центре «Победа». Фестиваль проводили городской дом творчества вместе с региональной организацией ветеранов Афганистана и участников локальных войн. В программе были церемония награждения отличившихся в разных номинациях участников и гала-концерт победителей. Молодых и здоровых парней! Эй, братишки, давайте держаться! Бог ведь есть, ничего, не робей! Было